Морган Роуз Марони, фитнес-модель, гимнастка и тренер из Австралии. Сегодня эта девушка пользуется большой популярностью в социальных сетях. Ее аудитория в Instagram стремится к 1 000 000 подписчиков. На данный момент их примерно 932 тысячи. Она ведет тематический канал на YouTube, где рассказывает о буднях тренера и показывает, как проходят ее занятия гимнастикой. На него подписаны 167 тысяч фанатов Морган. Девушка стала знаменитой именно благодаря социальным сетям, ведь ее отличная физическая форма и природная красота покоряют с первого взгляда. Тренировки Морган начала еще в детстве. Она всегда была подвижной девочкой. Пока ее сверстники делали первые шаги, Морган уже бегала по квартире. Родители заметили это и отдали дочь в секцию гимнастики. Она была в восторге от своего тренера и занятий. Гибкость и ловкость Морган восхищали ее наставников. Следующие 12 лет она профессионально занималась гимнастикой. Несмотря на хрупкую фигуру и маленький вес, девушка демонстрировала отличные показатели. Заметив это, ее позвали в секцию акробатической гимнастики. Она не смогла отказаться и провела еще несколько лет, интенсивно тренируясь. Будучи акробатической гимнасткой, Морган тренировалась по 40 часов в неделю. Она считает, что во многом обязана этому виду спорта. Именно он помог ей стать гибкой, пластичной и выносливой. За период пребывания в секции она завоевала 8 национальных титулов. Это стоило девушке всех тех эмоций и впечатлений, что испытывали ее сверстницы в подростковом возрасте. Но когда Морган закончила среднюю школу, родители решили, что ей пора взяться за учебу и уделять больше времени занятиям в колледже. Жизнь девушки изменилась. Появилось больше свободного времени на встречи с друзьями и хобби. Девушка получила степень бакалавра в области физических упражнений в городе Голд Кост. Во время учебы она подрабатывала тренером в свободные дни и познакомилась с человеком, вдохновившим ее на новые спортивные победы. Она влюбилась в художественную гимнастику и стала все свободное время уделять ей. Позже Морган начала вести профиль в социальных сетях, и это принесло ей небывалую популярность. Ее новые фото и видео быстро набирали просмотры, ведь на них девушка демонстрировала свои навыки и делилась секретами выносливости и великолепной растяжки. Сегодня Морган – активная и целеустремленная девушка, которая охотно делится мотивацией со своими юными последователями. В своих социальных сетях она рассказывает о том, что важнее всего не выверенная система тренировок, а упорство, трудолюбие и готовность идти к мечте вопреки всему. Ее рацион состоит из свежих фруктов и овощей, нежирного мяса и клетчатки. Здоровое отношение к питанию позволяет ей всегда оставаться в прекрасной физической форме. При росте 167,5 сантиметров она весит 52 килограмма и демонстрирует подписчикам красивое и здоровое тело. В свои 24 года Морган часто снимается для спортивных брендов и может похвастаться большой армией фанатов. Неудивительно, ведь она такая искренняя и жизнерадостная.